Не дорога, а водопад. Очевидцы заметили, что на улице Спасской в районе дома номер 2 безостановочно бежит вода. Ручей растянулся на десятки метров. На дороге уже образовались лужи, причем проблема, как говорят местные жители, возникает каждый год. Кировчане опасаются, что с наступлением холодов этот участок дороги превратится в каток, учитывая тот факт, что лужи уже стали подмерзать. Специалисты кировских коммунальных систем нам сообщили, что утечек на этом участке нет. Возможно, это бежит вода из ливневой канализации. Правда, жители в этом сомневаются. Водопады здесь бывают даже тогда, когда в городе сухо. Но, несмотря на это, людям все же рекомендуют обратиться в Гордормострой. Именно эта организация занимается ливневками.